10 лет я поняла, что баскетбол – это моя страсть. Родители хотели, чтобы я занималась учебой и музыкой. Я никогда не имела сверхвыдающихся физических данных и впечатляющего таланта. Два первых тренера не верили в меня. Говорили, что это не мое. Я почти не знала развлечений своих сверстников. Времени хватало только на тренировки и сон. В одном из интервью 5 лет назад я сказала, что мне не дано попасть в WNBA. Часто сложные препятствия заставляют тебя усомниться в том, чем ты занимаешься в жизни. И знаете что? Главный выбор остается всегда за тобой. Каждый день просыпайся с мыслью о том, где ты хочешь оказаться. Выкладывайся по полной. Прояви упорство. Сжимай зубы. И повторяй из раза в раз то, что тебе поможет достичь успеха. Забудь слова «усталость» и «лень». Никогда не говори, что достиг предела. Слушай себя, и ты придешь к своей мечте. У тебя есть одна жизнь и один шанс сделать из себя того, кем ты хочешь быть. Меня зовут Евгения Белякова. Я капитан сборной России по баскетболу и обладательница Кубка WNBA. У меня получилось. Так почему не может получиться и у тебя?